Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев примет участие в работе второго международного аграрного форума «Овощкульт», который откроется 13 апреля в областном доме правительства. Форум посвящен вопросам развития овощеводства в закрытом и открытом грунте. Ключевые темы будут обсуждаться на заседании тематических круглых столов. Отдельное внимание будет уделено способам стимулирования производства и спроса на отечественные продукты, внедрению инновационных технологий, повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Одиннадцатого апреля глава Ленинского муниципального района Олег Хромов провел очередной прием граждан по личным вопросам в городском поселении Горки Ленинские. С каждым из обратившихся состоялся обстоятельный разговор, в ходе которого руководителям муниципалитета давались необходимые разъяснения по каждой конкретной проблеме. Палы сухой травы – одна из двух главных причин лесных пожаров. Они ежегодно уничтожают тысячи домов, бесчисленное количество линий электропередач и связи приводит к гибели людей. В Ленинском районе с наступлением пожароопасного периода возобновились патрулирование лесного фонда и границ населенных пунктов. Целью данных патрулирований является недопущение и выявление нарушений лесного законодательства, разъяснение гражданам об введенных ограничениях в лесах, а также контроль за выполнением требований о запрете пала сухой растительности. В районном историко-культурном центре открывается выставка «Звездный путь», посвященная 55-летию первого полета человека в космос. На юбилейной экспозиции будут представлены фотографии, документы и материалы из фондов районного историко-культурного центра, из музея Центра подготовки космонавтики имени Юрия Гагарина, музея космонавтики города Москвы.